Всем здорово, чуваки! С вами Джейл, и сегодня со мной Флейзен! Мы находимся в GTA 5 онлайн с рубрикой «Битва автоугонщиков». Всем здорово! И сегодня, ребят, мы с Пашей находимся на Гроу-стрите в богатеньком районе. И у каждого есть по 4 крутых тачки. Это мотоциклы из арены War, квадроциклы, далее спортивные тачки и огромные внедорожники, которые мы должны спрятать на огромной территории друг для друга. Ну а далее, ребят, как вы знаете, нам дается ровно 7 минут, чтобы попытаться отыскать как можно больше тачек у соперника. Потому что одна машина дается на одно испытание. Ну а я, ребят, желаю вам приятного просмотра. Не забывайте поддерживать это видео лайками, для меня это безумно важно. А также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ежедневные видео и всегда быть первым на видосах. Ну а мы с Пашей погнали прятать тачки. Ну а сегодня, ребят, Паша забирает себе желтые тачки, но мне отсюда синий, это внедорожник Т-20, далее вот такой квадроцикл и обалденный мотоцикл Скорпион из арены War. Давайте первым делом спрячем этот обалденный прыгающий байк и уже посмотрим, сможет ли сегодня Паша отыскать это место. У меня есть обалденная идея, куда можно спрятать этот прыгающий мотоцикл, его можно спрятать где-нибудь в автомастерской. Кстати, давайте вот эту крышу попробуем запрыгнуть, мне кажется, это обалденная идея. Так, чувак, отъедь от меня, мешает мне тут прятать тачки. Смотрите, вот тут есть обалденная крыша, я не знаю, получится, не получится, давайте проверим. Хотя, о, ну-ка, просто идеально, ребят, смотрите, прям тут за заборчиком спрятали, мне кажется, этот байк будет вообще незаметно, реально, его просто не видно тут. Ну и погнали прятать следующую тачку. А теперь, ребят, я не на тачке, но зато на квадроцикле, тоже четырехцикл такой, обалденный. Так, давайте куда-нибудь на острове поехали, спрячем этот мотоцикл, там есть кусты, а он идеально поместится как раз в эти кустики. Только главное, чтобы здесь поместился, все, проехали. Ну-ка, теперь надо выбрать подходящие кусты для этого квадроцикла. Так, ладно, вот так паркуемся. Смотрите, просто вообще незаметно. Я не знаю, Паша сможет увидеть его, либо нет, но мне кажется, это нереально. Погнали прятать наш суперкар. Ну а гоночную тачку, ребят, я спрячу по-хитрому. Надо выбрать самый подходящий домик и уже заехать за него. Так, вот сюда мы не проедем, сюда мы не проедем. Так, надо искать дом, в который мы сможем реально заехать довольно изи. Вот, вот сюда мы можем, в принципе, поместиться. Ну-ка, давайте. Тут даже есть бассейн, ребят. Может, в бассейн эту тачку утопить, нет? Не, это слишком жестко будет. Давайте просто вот за этим домом спрячем его. Мне кажется, Паша вот тут не догадается найти эту тачку. Ну и остается у нас последний внедорожник, так что погнали уже забирать его тоже. Вот такой огромный внедорожник, я уже знаю, куда можно реально спрятать. Пока я прятал тачки те, я уже нашел, приметил одно место. Так что давайте куда-нибудь на границе, реально на границе. Так, на дерево мы запрыгнуть не сможем, но зато сможем аккуратненько вот сюда вот к речке спуститься. И мне кажется, здесь его будет не видно. Вот, вот так вот прям за камнем оставим его. Хотя можно пониже. Смотрите, тут можно просто вот туда, вот сюда заехать. Все, это просто идеальное место. Вот это самая жесткая тачка. Самая жесткая нычка, точнее. Все, оставляем его тут и погнали, встретимся с Пашей. Посмотрим, сможет ли он отыскать мои тачки. И далее искать будем уже время на поиске. Ну, а я, ребят, уже встретился с Пашей. Давай, Паш, садимся по нашим байкам, давай, потому что напомню, что дается нам 7 минут, чтобы отыскать как можно больше тачек. И одна тачка дается на одно испытание. Раз, два, три, погнали, все. Погнали. Ты хорошо спрятал свои тачки, Паша? Я очень хорошо. Все тачки, ты понял? Размечтался. Вот мне кажется, ребят, он все тачки себе 100% не найдет. Куда ты пролетел? Нет, я не полетел. На крышу? Я что-то упал. Ну так. Давай проверим, как быстро ты найдешь мои тачки. Я пока еду по границам. По границам. Мне кажется, ты... тут забор стоит. А там ничего нету, братан, да, конечно. Сейчас я на границе найду какую-нибудь обалденную твою тачку. Например, суперкар. Я бы хотел сегодня суперкар найти. И турбо-квадроцикл. Да, потому что ты турбо-квадроцикл прятал. Так, либо где-то на крыше ты мог себе спрятать тачку. Потому что мотоциклы умеют прыгать. Так, проверяем. Проверяем. Все же где-то... Где, говори? На границе. В смысле на границе? Только не езди на границу. Дай тебя обманываю, там поеду нету. На смотри, границу. Я пока проверяю магазины. Может, ты в магазин заехал на мотоцикле? Блин, ты даже в магазине тачку не спрятал. Я надеюсь на это. Точнее, не тачку, а мотик. Мотик, так, аккуратно, выезжаем, все. Выехали на изи, ребят. Смотрите, прошло уже одна минута, пока что я еще ни одной тачки не нашел. Хотя я по границам все-таки проехался бы, да, проехался. Давайте проверять участки. Нифига, тут даже тропинка есть, прикинь. Я себе приметил место, нычку для будущих своих пряток. Тут реально сзади есть тропинка, сзади домов. Ну-ка, офигеть, я даже не знал, что такое место есть. Ну-ка. Пока я твой мотик, еще ни мотик, ни квадроцикл, ничего не нашел, понимаешь? А я тоже, кстати, пока ничего твоего не нашел, но и не найдешь, Паша, потому что у меня очень круто спрятаны тачки. Да ё-моё, я не могу заехать, тут бордюр мешает. Давай. Да мотоцикл, он вообще не едет, прикинь. Так, надо разгон брать, надо реально брать разгон мощнее. Так, раз. Я 2, 3, опа! И... Что такое? Нашел чего-нибудь?
Чего? Нашел место? Для а я нашел твой мотоцикл. Ой, мотоцикл, говорю, внедорожник. Внедорожник нашел. А мне это не нравится. А мне это нравится, ребят, вы посмотрите на его раскраску. Слушай, я этот внедорожник сегодня просто протестирую по максимуму на внедорожье. Ничего аккуратно себе. Разворачиваемся. Ну да, я уже его везу на спаун, прошло 2 минуты почти. Давай, так давай. Что, Паша, смотри, сколько тачек нашел? 0 пока, да? Я пока что 0 тачек нашел. Пока что я тебя выиграю, у меня 1-1-0 по количеству тачек. Так, аккуратно. Вот это, слушай, он довольно мощный, он реально мощный. Довольно ну-ка. Мощный. Да, мне нравится, мне нравится этот внедорожник, ребят, паркуемся вот так, в дрифте, смотрите, опа, просто идеально. Так, беру второй мотоцикл, Паша, и я еду за следующей твоей тачкой. Ну, слушай, давай. По времени, мне кажется, что я сегодня смогу найти все машины, все 4 тачки. Все 4 Да, тачки. Все 4. А сколько у нас то времени остается? Время 2 минуты прошло, и остается еще 6 минут. Так. Я нашел. Что нашел? Я нашел твою... нет. Чего я нашел? Это моя... Стоп, это моя... В смысле? Так, где, а где нет, ты, скажи, нет, где нет, ты? Где ты находишься? Нафиг. Где пошел ты находишься? Я уеду с этого места. А я тебя даже не вижу, капец, ты куда делся-то? Ну ты лох, вот, ты понял, ты слушай, лох. Паш, я тебе дам подсказку, знаешь какую? Кусты, вот я тебе дам подсказку, кусты реально. Кусты? Кусты, да, это может быть все, что угодно. Ничего себе. Чего? Я нашел твой мотик. В смысле мой мотик? Я вижу твой мотик. Он а где на ты? Шиномонтажке. Так нет, он не на шиномонтажке. Нет. Да, это он, это да, он. Блин, да, блин, противный. Он, как ты его взял-то? Как ты его да, увидел? Да, он легко очень был. Я думал, отлично, это для меня было. Это самое жесткое место. Вот реально. Самое я все объехал. И вот, мне кажется, это прям идеальное место было для мотоцикла. А вот твой мотик где-то тоже в кустах, мне кажется. Ну-ка, тоже. Кстати, заметь, подсказка, я говорю тоже, знаешь. Это то есть я прятал где-то в кустах тачку твою. Либо мою. Ну слушай, да ёма, тут много кустов, ты чё, да, это не здесь подсказка? миллиард кустов, а ты не прятал в кустах ничего? Нет, вот о, честно, я ничего спасибо, не прятал. Спасибо, мне сегодня это облегчит поиски, знаешь, поиски облегчит на 100%. Я понял. Так, аккуратно. Ребят, мне кажется, всё-таки он спрятал где-то что-то на крыше, поэтому где-то я попытаюсь, реально попытаюсь ну, запрыгнуть давай, куда-нибудь высоко на крышу. Так, аккуратно, давай, опа, блин, я промахнулся, почти запрыгнул. Так, ладно, возьму разгон вот с этой стороны и попробую взлететь на счёт 3. Раз. Давай. 2, 3. Сможешь? Давай, опа. Ну-ка, оп, проверяем. Пусто, там пусто. Ничего ладно, нету. На крыше пусто, может на этой крыше что-то есть. Аккуратно. Так, дайте проехать. Вау, нифига я заехал куда высоко. Так, ну-ка, крыши. Заправка, ну-ка, на заправке. Тоже ну-ка, пусто. Тоже да ничего ты... нет. Куда ты спрятал свои тачки, говори. Говори, куда спрятал, я не могу найти. Никуда реально. Я их хотя не я еще настройки не проверял. Ну-ка, стройка, я знаю, есть стройка. Так, настройки, пора время проверить стройку. Вот она, стройка. Так, это довольно, довольно банальные места настройки. Так что сейчас проверим все на идеально. Кусты тоже проверяем. Ребят, мне кажется, может быть, так. Здесь где-то спрятана тачка. А может быть, и спрятана нашел? Реально. Да, я нашел. Нашел за синим какой? Заборчиком. Слушай, я бы на твоем месте в контейнер тачку спрятал лично. Я вот да, однажды прятал. Открывается. А, это закрытый? О, это закрытый! О, я думал открытый. Да, ну тогда да, я да, бы да, не прятал в синий контейнер. Так, ну слушай, контейнер, а говоря. Сколько у нас там времени остается? О, половина времени прошло, остается. О, подожди! Я что перепутал! Такое? Я, у нас же 7 минут с тобой, да? Ну да. А я подумал, что 8. Получается, у нас остается твои 2 минуты. 2 чё? Минуты остается! Быстрее, у меня только одна ребят, тачка. Я только сейчас понял, что у нас не 8 минут, а 7 минут. Я что-то запутался и время неправильно говорил все это время. Ё-моё! Ускоряемся. 2 минуты на поиски тачек. Я нашел. Мне чел, ты нравится. Нормальный чел? На велике по дороге катается. Чё? А что ты нашел? Я нашел туризма. В смысле туризма? Суперкар мой? Да, суперкар, это крутая тачка. Зато ты еще не нашел внедорожник и не нашел квадроцикл. Это блин, тоже жесткие мне места. Мне хотя бы хоть что-то. Вот квадроцикл, хоть что-то. Там вот, ребят, у Паши 2 тачки и у меня 2 тачки. Пока что идем на равных. Но можно еще проверить где-нибудь за домиками места. Мне кажется, думаю, за домиками где-нибудь в бассейнах ты мог спрятать. Так, какие места я еще знаю, какие я еще не проверял. Так, какие не проверял. Я не проверял, это получается вон те дома. Гараж я не проверил, точно. Гараж? Самое банальное место это гараж, и я его не проверил. Ребят, едем в гараж, мне кажется, именно там находится мотоцикл у Флейзина. Так, ну, раз. Давай. Так, мне кажется, где там ничего вот он, нету. Вот он пошел. Гараж, так, тихо, сейчас. Где? Вот он, ну-ка, и тут-то. И... Пусто. Пусто. Да ты издеваешься надо мной, где ты спрятал свой байк? 2 байка, у тебя осталось 2 байка, это мотоцикл и квадроцикл, это вроде так. Ну, знаешь, мототехника. И... Не, я вообще-то байк нашел, братан. Ну, а я не нашел. Вот мне трудно будет. Ты лох. Да, в смысле? Давай подсказками обменяемся. Ну, давай. Давай, кусты, я тебе давал подсказку. Дом. Дом? Дом. Ты издеваешься? Какой дом? Тут миллион домов. Ладно, хорошо. Ладно, ребят, ищем дома. Под носом.
Сам ты под носом. А-а-а, я понял. Я понял, дом под носом, это значит где-то рядом нас спальне. А я нашел. Что нашел? А я нашел квадроцикл. Где ты его нашел? Вот, ну, в центре. В центре, на острове? Да-да-да, на я острове. Я думал тебе задать подсказку, необитаемый остров, но я бы это было бы жестко. Я бы сразу спалился, да, если бы необитаемый остров дал подсказку. Ну теперь я пока еду вокруг тут под носом. А-а-а, я увидел его! Я его реально увидел. Тихо, так, аккуратно. А ты его не вытащишь, я его не знаю. Ну-ка, опа! Ребят, вы видели этот скилл-тест? Это идеально. Так, кстати, 7 минут у нас заканчивается, Паша, так что я забираю этот байк. Офигеть, ну посмотрите на него, давай. Я выпрыгнул, я смог это сделать. Ты говорил, я не вытащу этого, да? Смотри, да, не смотри, смотри. На счет 3, сейчас выпрыгнем, ребят. Раз, два, три, опа. Идеально, просто идеально. Паша, я привез 3 мототехники. Ой, точнее, 1 мототехника и 2 машины. Получается, что у тебя сегодня? У тебя квадроцикл, суперкар и мотоцикл. У меня, ребят, это суперкар, мотоцикл и внедорожник. Получается, смотри, я твой квадроцикл не смог найти, а ты мой внедорожник не смог найти. Ну, ребят, сейчас мы тогда берем наши первые тачки и устраиваем первое жесткое испытание. Ну а мы, ребят, приехали на наших байках на первое жесткое испытание. Это будет битва на выживание, где мы на пулеметах сразимся. И кто выстоит, тот и получит 1 балл. Ну что, Владимир, ты готов? Конечно, готов. Раз, два, три, погнали! У тебя лазерные пулеметы, у меня тебе? Пулеметы, знаешь, какие обычные, пулеметы. С обычными патронами, да. Блок, давай, блок, да, проверим, кто давай, круче, кто круче. На! Походу, у меня-то байк круче, Паша. У меня байк пошел такой апокалипсис, тебя. Знаешь, разноцветный такой. У меня щит сзади есть даже. Не смотри. Нормально! Задний пулемет достал свой. Давай, давай, я тебе просто, я тебе весь щит протаранил. Давай, давай, ты понимаешь, что ты сейчас взорвешься? Взорвешься на изи, ребят, смотрите. Просто тебе от меня не уйти. Давай, давай, иди сюда, пилами. Просто пилами буду пилить тебя. Давай, опа, 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 что это такое? Паш, смотри, иди сюда, иди сюда. Так все. На тебе, я тебе сейчас, иди сюда, я тебе молотком скину. Ребят, пулеметы, обратно, пулеметы, пулеметы, где мои пулеметы? Ой, братан, мне кажется, мы поменялись местами. Реально местами поменялись. А я сейчас обману тебя, смотри, вот так. Опа, опа, вот так, обманул. Лейзи. Давай, а теперь моя очередь расстреливать тебя. Нет, Паша, бал будет мой, бал будет мой. Мои пулеметы будут круче, ребят, вы посмотрите. Ты зачем мой байк взорвал? Ну, ребят, смотрите, получается, я зарабатываю здесь первый балл и занимаю первое место в первом испытании. Но мы переходим к следующему испытанию на уже следующих тачках. Ну а мы, ребят, пересели на наши внедорожные тачки. У Паши квадроцикл, у меня огромный внедорожник. И сейчас проверим, кто будет круче по трассе. По внедорожной трассе, ребят. Так что давай, Паша, ты готов? Конечно, готов. Раз, два, три, погнали, давай. Кто погнали, выиграет? Все, оп, я поехал. Я понимаю, мы будем тебя раздавить, просто раздавить. Ты мой внедорожник сегодня не отыскал, зато я себе отыскал внедорожник, на котором сегодня займу первое место. Так, пока что. Он реально у тебя, он маленький, быстрый у тебя, легкий. Нормально. Ну, понимаешь, если я на тебя хотя бы одним колесом наеду, то ты просто упадешь или улетишь в кусты. Опа, опа, здорово, обгоняю. Не стреляй меня. Паша, просто на изи обогнал, ребят, смотрите, на изи обогнал его. Аккуратно, опа, давай, давай, давай. Давай, давай, на колеса! Вау! Ты где? Я в трубу улетел. Я немножко не туда улетел. Я видел, куда ты улетел. Охренеть, просто. Ты по трамплину сократил, нормально? Ай. Это законно вообще? Что, улетел? Быстрее, быстрее, так. Быстрее, быстрее, о, быстрее, кто-то упал, Паша. Здорово! Нет! Ребят! Лайкусик! Просто я сальтуху навернул и на колеса приземлился. Охренеть! Я себе лайкусик точно этот видос поставлю. Вот этот трюк был обалденный. Ну-ка, ну-ка, я тебя догоню. Ты от меня не уедешь, Паша. Так, ребят, кстати, напомню, кто хочет получить сердечко в комментариях, обычно спрашивают меня, хочу сердечко, как получить. Пишите любой комментарий и ставьте лайк на видео, это 100% у вас появится сердечко в комментариях. Ну, Паша, ты меня поставишь сердечко, потому что я финиширую. Походу, придется тебе ставить сердечко тоже, Паша. Да, ты переехал первым, так что счет уже 1-1. Ну, если же последнее испытание, это у нас на наших суперкарах. Ну, а мы, ребят, приехали на нашу гонку без правил на наших суперкарах. И сейчас выясним, чья тачка будет быстрее. И сразимся за первое место в этом видео. Ну что, Владимир, ты готов? Конечно, готов. Тогда я запускаю гонку, а вы, ребят, поддержите эту гоночку обязательно своим лайкосиком. 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда и погнали, Паша. Погнали. Вау, не тараня, не тараня. Пошел. Ребят, лайкосик. Паша, удачи тебе. Ты понимаешь, он просто тебе сейчас колеса оторвет, аккуратно. Надо поезд. Давай, давай, тачка. Ты меня...
Поезд обогнать! В смысле поезд обогнать? Да я чтобы пролететь! Мне кажется, не в ту сторону поехал, Паша. Так, аккуратно. Я выйду сейчас на трассу. Не догонишь меня никогда, Паша. Я уже. Я просто идеально, идеально проехал, Паша. Вот между тачки еду, еду. И перед поездом тоже идеально проехал, ребят. Но эта тачка сегодня займет первое место, я уверен. На 100%. Так, аккуратно. Я лечу за тобой. Не-не-не, не надо лететь за мной, тихо. Тут, кстати, очень много трафика, так что это один минус. Ты где? Он я сейчас... видел! Нет. Здорово! Я видел, как ты по карте пролетел возле меня! Так, я охренел! Не-не-не! Не, Паша, это без вариантов! Без это вариантов! Без вариантов! Опа! Налево, так, налево, давай! Куда давай. Налево? О, просто перевернулся Плейзин! Аккуратно, давай, давай, направо, давай. Направо! Ребята, сегодня! Да как ее заносит-то? Ой, в смысле, лох, второй раз уже! Лох, о, нормально, лох. На колесах! Я на колесах! Паша, да у меня сегодня полноприводная тачка! Так, 0583. Ну, номер вроде счастливый у меня, так что на тебе! Пошел отсюда. Без правил может толкаться, пихаться. Ты он... какой? У тебя тачка быстрее, походу, я понял. Полный ну, привод да. Не всегда это хорошо. А! Блин, блин, турботы какие-то! Братан, это я! Это ты? Это давай. Я быстрее. На, я тоже сейчас им в колеса быстрее, чем я. Или тебе да по колесам, либо тебе по колесам, реально. Так, пока. Оу, что они делают, ребят? Боты друг друга скидывают. Так, ну я тебе тут. А! Аккуратно! Ах ты какой братан. Негодяй! Я понял, по колесам по тебе стреляю, все. Нет, так, пошел, давай, пошел давай, отсюда. Давай. Ботом, 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 ботом. Да блин, не могу их задеть-то. Ну-ка, ну-ка, опа, аккуратно, объехал, объехал. Ой. Просто засмотрелся, Паша. Ой. Смотри, финишная прямая, кто возьмет первое место? Так, а что она? Я возьму. У меня тачка как будто глохнет, реально. Так, давай, машина, да? Ты сможешь. Ты так, сможешь приехать. Нет, не смог, так, нет, аккуратно, не аккуратно. Главное, автобус рубный не вырубил. Это было ой. Очень страшно. Я что? Врезался. В автобус! Нет, вообще в бордюр. Нормально, нормально, ребят, так у меня есть шанс быстрее, на трамплине смогу, на трамплине запрыгнуть и взять первое место. Аккуратно, я нет, смогу. Я тоже нет, смогу. Аккуратно. Между деревом. О, нет, я пролетел. Ой, лох, тихо, ой, аккуратно. Лох. Нормально, нормально. Так, я давай, сейчас давай, возьму давай, первое давай. Место, ребят. Да блин, тут очень много трафика. Так, где ты там? Братан, мне кажется, ты немножко лоханулся. Мне сейчас... кажется, ты очень далеко, Паша. Ты очень-очень далеко. Где финиш-то? Я недалеко. Смотри, 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 смотри. Опа! Идеально и... докатился да, до финиша. Ну, ребят, сегодня я занимаю первое место в этом видео, так как у меня 2 балла, а у Паши всего 1 балл. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, ребят, а на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, а также написать комментарий. И кто хочет получить сердечко, пишите либо коммент и ставьте лайк на видео. Ну а с вами был Джайл Флэзин. Ссылка на Пашу будет, как всегда, в описании. Не забывайте переходить и подписываться на него тоже. Ну а я, ребят, хочу сказать огромное спасибо за просмотр, за лайки, которые вы ставите, за комментарии, которые вы пишете. Всем удачи, ребят, всем покеда! Всем пока, народ!